Приставы вновь направились к неплательщикам. В Энгельсе прошел совместный рейд представителей газовой службы и службы судебных приставов. Они наведались в гости к жителям, у которых скопилась внушительная задолженность за газ. Причем в этот раз предупреждать уже никого не стали. Представители ресурсоснабжающей организации срезали газовую трубу у должников. Чтобы восстановить газоснабжение, им придется полностью погасить задолженность. Неплательщиков немало, и у большинства скопились внушительные суммы долга – до нескольких десятков тысяч рублей. В этом году в управление службы судебных приставов поступило почти 10 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за коммунальные услуги на общую сумму свыше 180 миллионов рублей. Исполнительных листов достаточно много, потому что поступает достаточно много именно листов по отключению должника от газа. И также исполнительных листов о взыскании задолженности. Мы приезжаем по месту жительства должника, проверяем его имущественное положение. То есть если мы выявляем имущество, принадлежащее должнику, мы накладываем арест.